Стала известна и причина массовой гибели рыбы в Ровенском районе. Напомню, тревогу забили местные жители. На берег реки буквально нельзя было ступить от обилия трупов рыбы. На место выехали специалисты. Были взяты пробы. Выяснилось, что причиной гибели стала инфекция псевдомоноза. Это заболевание рыб, которое характеризуется проявлениями водянки, ярошения чешуи, пучеглазия и кровоизлияний на коже и плавниках. Восприимчивы к болезни рыбы всех возрастных групп, но чаще всего поражаются молодые особи. Специалисты говорят, инфекция могла прийти к нам по течению. Болеют все возрастные группы рыб. В основном это рыбы семейства карповых и лососевых. Заболевания передаются от заболевшей к рыбе к заболевшей. Также передаются эктопаразитами, это пиявками.